Посмотрите, что он творит тут с этим рулем. Компьютер. Это с какой-то компьютерной игры сняли, да, я понял? И руль этот, блин, конечно, тоже не придумываем. А где все делись, слышишь? Повернули налево. Давай, давай, давай. Валим, валим, валим на гелий, на самурая. На пятой пониженной. На пятой пониженной, Вали? А вот пятая только. Пятая пониженная. Когда ты переворачиваешься, я обычно снаружи нахожусь. Ты помнишь об этом? Пока я внутри, такое... Я уже знаю, как такое... Да? Ну. Мы валим с Леней, валим, валим. Смотрите на Леню, на Леню. Сосредоточьте свой взгляд на нем. Смотрите, что он творит. Это жесткий парень, просто очень. Посмотрите, страх в моих глазах. Я не знаю, читается или нет. Леня, Леня, Леня. Да. Ну, идем неплохо. В общем и целом, очень уверенно. Клепает, это наш подписчик, елки-палки. Чтобы мы его не потеряли. Где это? Махни, махнил щетками. Щетки. Слабовато. Где же Витя, елки-палки? Да я так переживаю. Наверное, где-то... А где рация? Дай, дай рацию. Нет, написано. Написано? Непонятно, Витя, кажется, вырвался вперед. Ох, какой красивый лес, выходим. Где же Витя? Где же Витя? Витя, надо выйти. Где-то я уже не могу дождаться встречи. Елочки красивые такие. Да, да, Витя, в лес, колея там наша широкая такая большая, есть по ней. И Витя все-таки сзади вроде. Блин, Леня, это пилотирование только надо снимать. На, рацию принимай. Леня, ну какая лучшая внедорожник, какой лучший в мире? Леня. Да я не знаю, для чего. Говорят, для чего? Ну вот, для сегодняшнего рейда, например. Наверное, унемог, ну там нормально. Не-не, унемог ненадежный, подожди. Да, там что-то. Это рейндж-ровер тут, конечно, рулит хорошо. Там комфортно, тихо, спокойно. Да? А самурай как же? Самурай не для этого, а ему надо где-то нормально дубасить. В болоте, да? Да, а тут ему как-то... Он не в своей тарелке. Нет, ну как универсальная машина, неплохо. Вообще, я считаю, что самая универсальная машина — это Рубикон. Ранглер. Рубикон. Короткий, Ранглер, легкий, да? Быстрый. Вообще, да. Это супер тачка для всего. А он себя в любой ситуации будет хорошо чувствовать. И на трассе, и в болоте. Да. И что самое главное, что, блин, его делает завод. Да, да. Не надо ничего изобретать, да? Все изобретено до нас. Лифтануть, да может колеса подставить. И может в раздатку что-то там кинуть. Нормальное понижение. 1-4. И валишь, да? И можно, да. Где хочешь ехать. Комфортно относительно. Нет, длинный, я думаю, лучше. Длинный более универсальный, понятно. Да, да, длинный более. Так, все, остановились. Колонна бешеная просто. Так, остановились. Леня включил обдув лобового, да, это у тебя? Да. Такой у него. Что-то воняет, Леня. Может, это ты горишь? Тут вроде ничего, нормально. Выключено. Тут Леня может сразу и картошку пожарить, и колбаску. Шакал у него тут. Андрю, машина в боевом состоянии. Это я здесь. Андрю, где Витя?
Дави. Три машины появилось. Да, мы последние. Ну, видите, за нами Витя и Андрюха. Витя, Витя, ты тут, Витя, где ты? Я последний, колонь. Где ты, Витя, где ты? Иди сбивать снег, веток. Да. Как ты дрифтишь, Витя, или нет? Нет, я на нервах. Что тебя беспокоит? Ну, то, что вас не мог найти долгое время. Ну, а в жизни что беспокоит? Нет, в жизни все заебало, сейчас стало еще лучше. Когда увидел впереди идущую машину? Когда увидел Леню, так я ж с Леней, ты знаешь или нет? А уж тем более, что ты с Леней. Вы любого медведя увидите, лапы поперелавуете, блядь. Ребята, уходим направо. Направо. Ух, как красиво, посмотри. Это вообще как в сказку попали. Жестко. Да какую ты подкинул? Да это что-то на бензине не хочет ехать. Не хочет? Включай газ. Это третья? Что, это первая лишь? Да, блин, мы остановимся, ё-моё. Газ включает. Сейчас на газу, может, лучше поедет. Саша, вы не поехали за нами, Егор. Становится сложнее, да? Сейчас оно пока просрётся, что потом бензин с газом выдарит. Классно, вы посмотрите, какая красота, вообще нереалово. Очень красиво. Это вторая или четвертая? Четвертая. Я второй не пользуюсь. Третья, четвертая, пятая. Третья, четвертая, пятая. При лебежении можно вторую, первую включать, да? Не, ну пользуюсь на таких скоростных участках. Пятая? Пятое идем. Да, это не Range Rover, конечно. Но все равно машина неплохая. Включай, дворники. Оборотов и скорость где-то 5. Та же херня. Попробуй. Осторожно. Леня пытается выйти из колеи, по жесткому пойти, по беспределу. Может, влево давай? Или вправо? Давай вправо, давай вправо. А назад влево рули? Назад влево? Не. Не удалось резануть. Кто это нажал? Не у нас? Да, красиво. Тут, глянь, с колеи нельзя выехать, и прикинь. Да, вообще. Жестяк какой-то. Мы на сафарях. Копии Сильвера.
нарезанных сафарях, да. На сдутых, да? Да. Какое давление? 0,8? Да. 0,8. Ну, тут мы не резанем. Гелик перед рейнджем. В нормальном коллективе мы едем. Шо? Повтори. Да, в таких условиях. Не, ну, смотря в каком она режиме едет. Кто-то нас снимает. Кто это? Какой-то местный житель, да? Плотный, понял, снег? Mm-hmm. Плотный такой, слеженный как-то. Это продукты, замерзнут. На коленях стоял. 40 литров газа, я, блин, заправился в Киеве. Они, вы, по-моему, они даже соревнуются друг с другом, судя по тому, не что... Не дали бы заправиться мне нигде, гады. Ну, впереди еще один сборник. Ну, там где-то, может, будет. А это ваш парень с аппаратом стоял, что подождать может его? Да не, это местный, наверное, какой-то. Автом прием. Прием. Автом прием. Два прием. Все больше и больше у нас машин. И рейндж-роверы пошли уже. Банда растет, да? На глазах. Не знаю, вперед потом. Вите надо выйти. Давай, Гелик сейчас покажет, как надо ехать. Гелик покажет сейчас. Гелика, ну, пока и... много. Ну, Гелика клиренс, конечно, и лошадей хватает. Мы отстали, проехали, оператора заберем. Он у нас пешим стоял. А ну покажи. Леня говорит, наката вообще нет. Ну оно же, видишь, накатанное, но все равно машина проваливается чуть-чуть. Но это еще ничего. Дай-ка, уже старым как... Давай, режь влево. Влево? Да. Куда ж тут влево? Давай, ты привык, что? Ну, конечно, я когда за вами ехал, у меня... Не, смотря как дорога уходит, может, она туда уходит? Нужно так попробовать. А мы 4 ехали. Прикинь, насколько Рубикон. Потом можно Нива, Гелик поехал объезжать. Витя, привяжи веревку к двум дворникам и через салон петлей, будешь дергать. Да дело не в дворниках, дело в том, что они не придают. Уже Рубикон пошел первый. Рубикон, а прикинь, ехал по накатанной 1500 оборота, а сейчас 2700, Саня говорит, почти в два раза выше оборота. У нас три, а у тебя тахометр есть? Да. У тебя тоже он 2700 колеблется. Что-то они жестко ускорились. Леня, давай, Леня, мочи. Наступай. Пятая? Да. Какие обороты, блин? Какие обороты? Елки, четверка. Ёханы бабай. Начинается стиль Вити пошел. Давай в Витином стиле. Бросай в занос. Режь, Леня. Леня, давай. Руль, блин, меньше, чем Ленина рука. Там сзади ты смотри, чтобы не потерялись люди. Не нагоняем. Range Rover. Вот тут справа можно резать, но тут опасно. Смотрите, какое-то поле, может, чтобы мы выстроились в ряд и стартанули красиво. Руслан, выстроились в ряд и стартанил там в речку, будет красиво. Да-да, вот справа тут. Ну, я уговариваю Леню, пока не поддается. Давай, вправо режь, Леня, вправо режь. Нельзя. Режь вправо, пока есть возможность. Леня, ну попробуй, блин.
Я не могу выехать. Давай, 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 пошел, 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 красавчик. Режь, режь их всех. Кого смотреть? Мы сейчас застрянем. Да не застрянем, давай. На пониженной едь. О, горка. Горку нашли справа. За нами давай. Вот это Леня красавчик, блин. Оживил хоть оффроуд. Ох ты, елки. Леня, вдруг мы застрянем. Ты давай. Ты расстарайся. Красивая площадка была. Леня, давай. Жги. Посмотрите, что он творит. Еле-еле сунемся вообще. Идем вниз, пойдем сейчас. Нормально резанули. Давай. Режь их, режь. Нормально. Уходи в колею. Да. Леня, красавчик, вытирай, лобовое плохо видно. Ну резанули мы четко. О, Нива, что-то тут с ней. Что с Нивой? Подождите, что-то с Нивой тут. С Нивой что-то. Так что, не выскочила? Ну, пока стоит. Так что делать, вытянуть его? Нива застряла. Так не, давай кто-то потяжелее, ну нафига самураем. Давайте, догоняйте. Полание всех соберем. О, да тут красиво. Красивое место. Что, подрифтишь? Вправо или влево куда-то едь. Езжайте по левой стороне. Едь куда-то. Ты хорош. Ну объезжай, догоняй, давай догоним Бородача, Рубикон. Топливо, ё-моё. Так, что тут с Нивой? Сэм не вытащил Ниву. Посмотри, как тут красиво, Леня. Шикарное место. Как Грант едет? Витя, нормально? Блин, как прикольно. А что, как в другом мире, да, или что? А я смотрю, он какой-то как не в себе вроде. Это как покурил, да, или что? Или понюхал что-то? Да. Лё. Это куризм называется. Ох. Мы тяжело едем. А, там подъем на гору. Пойдем смотреть. Подъем на гору какой-то жесткий там. Нивы хорошие машины. Сейчас начинается нормальный контент. Оффроуд, горка. Хоть какое-то препятствие небольшое. Нива пытается заехать. Ну, вроде почти. Красавчик Ромыч заскочил. И чуть-чуть не доскочил. Там сейчас подтянут, наверное. Такая соточка шикарная. А тут есть альтернативный маршрут. Наверное, полегче. Или нет, непонятно. Ну, тоже так. Ромыч, по дешевке взял машину, вот и не можешь выехать. Напоминаю, для тех, кто не знает, машина взята за 6 биткоинов и на 4 биткоина тюнинга сделана. Это было несколько лет назад. В то время получилось в районе $2000, может, 2 с чем-то. А вот и Леня. Пока очень уверенно, вообще без напряжения. Подпер Ниву. Они его вытаскивают сейчас. 70-кой. Раскорячила жизнь ее. Леня пытается показать превосходство японского автопрома. Дорыл до земли. Назад чуть больше, Лень.
Назад чуть больше. Да. Передумал. Видите, копнул. И теперь из накопанного блокировка. Передняя работает, задняя стопроцентная. Делает сегодня Леня контент. Где-то Витя уже недалеко должен быть. Красавчик. Серьезный аппарат. Так, ну тут все объехали. Почти все. Опа. Вот это по-взрослому. Вот это по-взрослому просто. Что тут скажешь? Что тут скажешь? Так, где-то еще Витя должен быть. Топовые автомобили с моторами заходят здесь. А вот и Нива. Просто красавчик. Как это он сделал? Вот застрявшая Нива. У вас едет. Молодцы. Мы уже пробили траекторию. Нормально. Где-то Витя должен быть. Ждем его. Так, сотка сюда же. Когда прокатали, легче. Я думаю, вам заметно. Ну, сейчас посмотрим. Да. Патриот. И вон показалась машина дня. Не знаю, что Патриот тут скажет. Вроде идет. Вот и машина года. Даже не дня. Как-то она загружена. Загружена очень плотно. Ну блин, киданули меня. Придется пешком идти. Не, еще какие-то есть машины впереди, позади. Какие-то есть, проскочили. Не останавливаются. Сейчас попробую тормознуть. Проскочили опять. Блин, никто не останавливается, наверное. Последний шанс у меня остался. Последний шанс. Может, это заберет хоть.